Ну вот эта масса, она оказалась не серого цвета, а скорее фиолетово-серого. Больше фиолетовый оттенок. Ну и можно его из него вот мять. Делать всякие эти, да? Можно вот так упластить, сделать такой прямоугольник. Прямоугольник. Прямоугольник из фиолетового серого пластилина. Из массы фиолетового серой пластилины. Получается вот такой прямоугольник. Можно его вот так смять потом снова. И вот так накатать такую колбаску сделать. Вот. Можно колбаску еще больше такую сделать. И сделать из колбаски вот такую баранку. Получается. Можно снова так жамкать, ну всякие фигуры лепить можно. Можно сделать вот такой блинчик, вот такой можно сделать из фиолетово-серой массы пластилина. То есть можно сделать всякие фигуры геометрические. Треугольник, квадрат, можно куб. Или нет, не квадрат, а куб. Куб. Кубик. Пластилиновый кубик можно сделать. Ну вот. Так вот так. Выводится грань. Так. Ну, делается. Можно всякое.